Всем привет! Сейчас будет две версии. Одна с обычными аккордами, под которую можно спеть, и другая, где мы обыграем мелодию. Поехали! Я не такой счастливый, каким хотел бы я быть сейчас в 25. Я не такой успешный, мои друзья уже в своих домах, у них семья. Но я совсем не кисну, и я еще не вижу. Я не считаю числа дороже всяких денег. Мои мысли годы и века против течения не будет тай. Сейчас такая более легкая версия. Это были обе версии. Давайте сначала легкую разберем. Так, где обычные аккорды, ну и где легче петь будет. То есть там. Я не такой счастливый, каким хотел бы я быть сейчас. Поехали. Итак, аккорда всего 4. А, ну еще С есть 5. Ну, в общем, в целом всего 4 аккорда. Это Е, G диез, C диез, M и A. Поехали. Ставим Е. На третьей струне первый лад, на четвертой и пятой струне второй лад. Играем такой бой в куплете. Давайте бой разберем, он везде одинаковый в куплете. Мы играем два раза вниз. Да, вот когда играем в куплете, то мы вот эти низы бьем только по верхним струнам. То есть вот первую, вторую не задеваем. Максимум до третьей бьем. Это во всех аккордах так. Итак, поехали. Какой бой? Вниз, вниз. Потом глушим. Да, получается вот так. Ну, как бы третий удар тоже делаем, но сразу заглушаем. Потом играем три раза вниз и два раза по глушенным струнам вниз-вниз. Получается вот так. И потом следующий аккорд. Давайте вот еще раз. То есть у нас получается вниз, вниз, глушим, вниз, вниз, вниз и по глушенным струнам вниз, вниз. Да, можно просто вот накрыть все струны и два раза вниз сыграть. Можно еле-еле касаться струн, вот когда последние два низа по глушенным струнам, чтобы не выделять. Просто тогда вы будете в ритм хорошо попадать, и ну, будет интересно звучать. И все, и так мы играем все аккорды. Вот, да, один раз Е сыграли. Теперь G, диез, М. А нет, G, диез просто. Это будет барре на четвертом ладу, на третьей струне пятый лад, на четвертой и пятой струне шестой лад. Бой тот же самый.
CDSM. Это также баре на четвертом ладу, на второй струне пятый лад, на третьей, четвертой струне шестой лад. И последний аккорд А на второй, третьей, четвертой струне второй лад. И заново. Так мы играем куплет. Играем уже боем. Итак, переходим на припев. В припеве такой бой идет. Итак, бой. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх. Да, дайте отдельно бой. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх. Когда идет, да, тут у нас появляется аккорд С. С лучше зажать барешным аккордом, то есть это будет баре на третьем ладу, на второй, третьей, четвертой струне пятый лад. И просто бьем его вниз. 8 раз. Против течения не плыть вверх. И А. Потом мы играем после С тоже 8 раз. А остался у нас проигрыш между припевом и вторым куплетом. Итак, тут уже чуть-чуть те же аккорды, но в другой последовательности. Тут мы играем сначала Е, потом С диез Э, G диез и А. Итак, какой бой тут? Ставим Е, играем вниз, 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 вверх, вниз. Получается вот так. Да, давайте еще раз. Е. Вниз, вниз. Ставим C, D, S, M и играем вверх, вниз, вверх. G, D, S играем как E, вниз, 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 вверх, вниз. И A как C, D, S, M, вверх, вниз, вверх. Ну, соответственно, заново. Это была версия с аккордами, да, где можно петь. Ну и давайте быстренько разберем вокальную версию. Она несложная. Ставим каподастер на четвертый лад. А считаем от каподастра. Это нулевой лад, первый, второй и так далее. Тут уже будут аккорды С, АМ, ЕМ, а нет. Е и Ф. Поехали. Ставим С. На второй струне первый лад, на четвертой струне второй лад, на пятой струне третий лад. Проводим вниз. И теперь играем мелодию. Это будет первая струна открытая, на второй струне третий лад, первая открытая, на первой струне 1-0, на второй струне 3 и первая открытая. Получается вот так.
Потом идет у нас аккорд Е. Тут можно чуть-чуть облегчить, да, вот мы играем С. Потом ставим Е, но третью струну не зажимаем. То есть мы зажали на пятой и четвертой струне второй лад. Третью струну мы просто глушим. Вот палец, который стоит на четвертой струне, чуть-чуть касается третью, и она звучит вот так. Делается для того, чтобы нам удобно было сыграть мелодию. То есть, чтобы у нас указательный был свободен. И играем то же самое. Проводим вниз и играем ту же самую мелодию. Если два аккорда склеить, получится вот так. Следующий аккорд АМ обыгрываем вот здесь. Ставим барре на пятом ладу на первой, второй, третьей струне. И добавляем на первой струне седьмой лад. Играем вместе пятую, четвертую, третью, вторую. Нет. Играем вместе пятую, третью, вторую, первую. Да, вот так. А тут можно арпеджио сыграть. То есть мы сначала дергаем 5, потом 3, 2, 1. Только быстро. Вот так. Потом на первой струне играем пятый лад. Дергаем потом вторую струну и третью. Да, просто вот палец убрали с седьмого лада. И, соответственно, играем первую, вторую, третью. Получается вот так. Идем дальше. F. Ставим барре на первом ладу, на третьей струне второй лад, на четвертой струне третий лад и мизинцем еще зажимаем на первой струне третий лад. Также играем арпеджио, то есть тут мы дергаем шестую, третью, вторую, первую. Да, вот такой же схемой, как вот здесь. Дернули. Потом на первой струне первый лад и на второй струне 1-3. F получается вот так. И начинаем заново. Потом, когда против течения мне жить в кайф, мы зажимаем G-D-S получается. А это будет как F на четвертом ладу, барре на четвертом ладу, на третьей струне пятый лад, на четвертой и пятой струне шестой лад. Да. Тут мы можем дернуть вместе шестую, четвертую, третью, вторую. Потом сыграть вниз-вверх. И потом играем третью, третью, вторую. Получается вот так. Ой, дайте еще раз. Опять ставим F. И играем такую мелодию. F мы ставим так же и мизинец освобождаем. Да, вот как уже было. Мизинец пока не ставим. Играем тут шестую, третью, вторую, первую, потом еще два раза первую, на первой струне третий лад, на второй струне третий лад и в конце первую открытую. Получается вот так. И тут играем проигрыш, который был между припевом и куплетом, уже обычным боем. Получается аккорды С, АМ, Е и F. И бой получается С вниз, вниз, вверх, АМ вверх, вниз, вверх, Е как С, F как АМ. И, соответственно, заново. В целом вся песня. Всем спасибо. Пишите, что еще подобрать. Всем пока.